Добрый день, друзья! На связи Ренат Инфанида, ваш риэлтор во Флориде. Сегодня мы с вами идем гулять и смотреть проперти. Это Single Family House, который находится на достаточно оживленной улице. Это неплохой район. И мы с вами сейчас идем вовнутрь этого дома. Добро пожаловать! Идем смотреть! Три спальни, два санузла. Мы сейчас с вами находимся в жилой зоне. За мной сзади находится кухня, а вот этот кусочек, это вот как раз dinner area. И пройдемте с вами на кухню. На кухне у нас гранитный каунтертоп, новые appliances. Как бы сказать о том, что это сильно дорого, нет, но такой достаточно экономичный вариант. Холодильник двухкамерный. Здесь у нас washer and dryer, то есть здесь стоит стиральная и сушильная машина и water heater сзади. Вообще участок около 10 соток. Здесь даже можно поставить бассейн. Хватает места на все. Новая IC-система. И пойдемте смотреть дальше. Это вот новый ватер-хитер, новые appliances, не самая дорогая марка. Это опять же может использоваться, эта зона может использоваться как столик для завтрака. The kitchen entertainment center. Давайте посмотрим, что у нас. А, здесь у нас дверь на под карпорт. Вы видите, что здесь гаража нет, есть один карпорт. Это у нас две спальни. Это первая спальня у нас. Где-то она будет 3 на 3, как обычно. Это вторая спальня. Вы видите, клозеты глубокие, не walk-in-closet, обычная. И мастер-бедрум. Мастер-бедрум немного больше, чем все остальные спальни. Вот здесь есть walk-in closet, вот, честно говоря, вот эта вот комната, для меня непонятно ее предназначение, потому что как closet это очень большое, его можно было сделать бы в половину и сделать больше мастер-бедрум, либо как-то сделать больше ванну, потому что вот такой вот прямо королевский closet, он мало кому нужен. И вот, пожалуйста. Мастер-бэс. С
сделана душевая кабина, достаточно глубокая. Дополнительная комната, которая может использоваться как home office. В этом доме всего 1589 сквер-фит, то есть он достаточно большой и просторный. Он находится на рынке 57 дней, стоимость 229 900, и сейчас на него было оформлено homestead, и с homestead'ом налоги у нас 2069 долларов в прошлом году, но если мы будем брать без хоумстеда, налоги будут значительно выше. Давайте посмотрим, что вот это такое. Это еще одна дверь во двор. Ваш риэлтор во Флориде, Рина Квинтонида. До встречи на моем канале.